Блять, стой, дай хилбот включить. А, ты Бокусу все это время говорил, он и ФК шел стрел. Можешь сейчас ему повторить это? Бокрус. Но он не подтверждает. Тебя уебет тут, если заспекнешься про товары ДД. Ну разве что ссылки надо тебе перебить в звонок. Я не понимаю, с чем ты согласен, Бокус. С тем, что тебе надо танчить, или с тем, что тебе не надо танчить? Я хочу позицию твою знать. На что у тебя шмот лежит там, на танк? Что ты не понимаешь? Идите курите, я спек делаю. Блять, Мосса уже оделся в ебаного танка. Давайте ебанем эту хуйню, блядь, и вырвем. Бокрус ДД. Дальше, блядь. Бокрус в ДД. То есть не курим, да? Нет. Ты что, еще и по одной шмаке переодеваешь, что ли, блядь? Ну, ты понимаешь, и мы не будем сидеть и тратить какую-то хуйню, блядь, до утра. Последний раз я на цирку и вайпался нахуй на этом боссе, блядь, и то в хэме, блядь, десятки, блядь. Я с пугами в 25-ке ходил, обосрались, блядь, здесь. Войт. Войт. А, Войт, походу, пошел курить такой, блядь. Ну, красота, давайте я покурю тогда. Мне минут. А ебись он на коньем, я тоже пойду покурю, блядь, не курящий нахуй. Турбойс, поставь мне вогрепорт.
на месте. Здоров, мусор диск. Алло, нахуй. Здравствуйте. Чё, мы... У нас ещё полчаса перекура, блядь. Так этот же спекается. Мастер налетит назад. Что? Долго пиздец, блять. А ты что думал, в сказку, блять, попал или чё? Она? Я думал, мы уже лечали, должны пиздец. Хуиздить, блять. Под ногами, блять. Сейчас буду лететь, нахуй. Где у меня камень с циклоками? Там кто-то спустимся за самолет. Один вниз, ну уж. Блять, я еще и билд на трэш сделал, сука. Ёбаный в рот, блядь. Я тебя не люблю, нахуй.
Все, чекай на присутствие, бафайтесь, поехали. А как же это нога по конченому то, блин, на молодах катается, пиздец. Так. Держите рыбу, блин. Рога спрашивает, на кого напулы. На Вайда. Чё там? Гуляй. Гера, Шейпер, блядь. Чё тут, блядь? Блядь, это у вас шот от начнёт, да, на 30%, блядь? Да, начнёт. А, я забрал, бля. Чё ты забыл, что на нём?
похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Ребят, кольцо кому нужно? Ты кто говорит, Глеб? Да. Роги надо. Да, ты мне что-то дропнул, походу, делал с этого здесь. Да без проблем, конечно. Ты это... Стан приготовь себе, ты будешь сейчас. Давай, отойдем. Ну, в обычке это хуйня понял, Паш. Шам, ты так же на милишников ставишь тотем? Я имел в виду по вальке стан, чтобы он не вызывал похуй. А я, сука, блядь, нечаянно поменял на кнопку. И тотем на МП5 ставил. Что говоришь, на МП5? Да. То есть у тебя на отхил, на что, на каст или на хаст какой-то? Ну там все равно, там ДК есть. Ты причем с ДК плюс 5 скорость, плюс 16 скорости кота? ДК есть, он дает ауру 20, она перекрывает. У нас есть аура плюс 20%. Ага, понял. Аура 16. Блять, опять проебал. Там надо, чтобы у тебя к этому. Ну а когда было, на? Это забыл, на. Чё, профа заебашим, как бы? Да заебашим, главное, чтобы он вас не вырубил. Ну, шею прорубить должен, с тобой, слышно. Там же одного там похилить, что он не верит поднимать. Ну, ничего, что у нас двое ршава, блядь. Так, ну, тем более. Он цепаки, ты по танку и цепаки. Глеб, по-моему, тоже не такой уж, а может и танковый мог подхитить. Я предлагаю не стоять уже, конечно. Такое не водитель не прохилит. Вот где? Ага. Вот пуч ебаный мя. Без печати нахуй не вкачал, блин, проявление, блин. Ты одного только поставил, да? А то я совсем могу так покажется. Диспел. Фу. Так кастуется ж, бля, шипай.
точечно можно. Точнее не работает. Только масс. Только масс. Как это не работает? Ну, блять, вот так. Из дня вот этого точно нельзя, что ли? Нет. У престов нельзя, блядь, почему-то. Нет. Чё боешь? Там, ну, ради интереса. Раньше не работало точно. Сейчас вроде кликнул, вроде я, вроде не я заспалил. Чё, да хуя боешек, парни, блядь. Пить целых две, ебать, трой. Смотри, блядь. Это уже до хуя. Шо, шейперу за ГП начислить, да? Чтоб ты понял, у меня места под ней не было. Ты, сука, не признался, да? Чтобы не спиздили. Ну, конечно. Ну, ГП получил уже. Норм за плечи касается. Ману надо резнуть с шаманом. Хотя, в принципе, тотем обойдемся. Резать и резать у вас. Маг столик поставил. У вас 80 штруделей. Нажимайте их хапчик. Да я зачитал на гейм что-то там. Когда идем. Ну да. Все отлично. Давно я, конечно, с паудином не танчил, аж скучился, блядь. Ничем не помогу вам, я осторожно бить. Там либо что-то один кто-то помогал со мной. После истребления начинать только. Кто вас заебашит эти моды? Вот как вы захилились, их надо слить. Эй, не того забрал. Нихуя, опять ленточка. Да, блядь, моя теперь. Нет, слушай, диспелится уже мастер точно. Ну, оно и должно было диспелиться точно, я не знаю, что такое. Так я знаю, я первый раз, как целка зашел, попробовал не диспелиться, забил, начал масло. Я не знаю, я на церкви тоже когда-то так пробовал, а престом, блядь, только массом диспелилось. Поэтому я и говорю так. Чё, масса у тебя не было, ну? Кому-то нужна сильно? Тебя не слышно вообще, ну. Кому-то сильно нужна? Мне не нужна, мне на входе не нужна. Плюс 3к ДПС, а будет у кого ленточка. А если ты сродил ленточку, ты уже Вовку прошёл. Ну, пришли на 10 сантиметров. Так что у кого 6 сантиметров будет 16. Блять, тогда давайте мне. Ты ГП-то шейперу снял? Не да. Эй, стой, блядь. В ушки, блядь. Сейчас, сука, забудете, блядь. Агробот, блядь.
Чё это там за хуйня такая? Да, он на автомате, блин. Ты даун ты ебашишь? Блин. Я думал, ты тычку даешь и срываешь с меня, блядь. Нет. Да это же, блядь, я люблю паладинов чем, потому что у них мало того, что таунтит, блядь, это еще и дамаг наносит. Захилили суть жира, да? Истребление кастуется, цепаки сразу даем. Чё за хуйня? Теперь без 10к ДПС, блядь. А давайте, блядь, мосс АБР по нему. Он уже где-то встал, бежит. Блядь. Могу Геру дать. Хуе Геру, блядь. ДПС жапы. Ничего, блядь. Он мне рассказывали, тут это Гилли есть ваншот, как они леди бьют. Гера с пула, короче, типа. Не, это 25 гер. Типа Гера с пула. А ваншоты это же Найтблуды, блядь. Нет. Не-не-не-не, там ваншоты этот. Гера с пула. Если смотришь, начинают они падать, типа забивают хрень, типа на трэш, типа тупо в этот, в леди ДПС. Да, убивает, блядь, в чем прикол. Я чем охуел, на с этой когда ж, блядь, закрыли с первого трая, нахуй, леди, блядь. Такая вата, блядь. Так не, ну так в прошлый раз чисто из-за духа вайпались. Ну вайпались из-за духа, потому что нехуй надо было водить этого босса. Еще боешь. Прям в хэме себя чувствуем. Да хули я нихуя сролить не могу, блядь. Не достою. По одной боешке на руки, блядь. Конечно, блядь. А нахуй? О, блядь, точно. А я, блядь, забыл. Я забыл вообще за ловушки, сори. Нахуя вы в натуре пошли на тухлого, если в моем рейде, нахуй, всегда первый должен быть, блядь, Ниль. Какая разница? Тебе ни одной боешки не упало, значит, рейд. Это мой рейд, я две получил. Кстати, бля, я ловушку стратегически нажал, там кому-то репа надо. Пусть будет так. Транквилити, хули ты меня спалил, бля. Во сколько завтра по серверу будешь, мастер? Ну хуй его знаешь. Ну ты, я короче, в, ну максимум до 19 нам могу быть. Вот. Ну и с самого утра, там сколько? Ну если я проснусь 2 часа, то я буду в 4, блять. Если проснусь 3, то я буду в 5. Вот надо подумать, 4 или 5, чтобы как бы 17.00. Это что собрать? Блин, ну это 2 часа всего лишь. Ну я не знаю. Можно либо эту десятку добивать, если мы что-то тут оставим, пробовать. Либо резлес потек там плюсе хотел. Второй рейд. Ну я Эршама могу пойти туда. Могу доказать. Да я могу еще 2 рейда собрать. У меня еще Эршам есть, блядь, и я этот нам. И паладин. Ты по 10-ок? РС-ку 25-ку. Вот, либо РС-ку, либо 10-ок добивать, либо новую 10-ок идти. Только учтите, я РС-ку собираю нахуй с анролом. Мне похуй, бля, что там кто пиздит, бля. Да и похуй. Может, да, что-то продам, если не упадет на мэн. За босса. Зашли в босса. Бля. А кто на боссе? Войд кто, блядь? Геру тут давать? Гера? Отличные новости, на
Голоса крупышницу. Да, массакр. А капля была в Кадане. Заберешь большого на себя? Ну, тут ачивку получить. Че, получил, блядь, ачивку? А, забывал. Отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круиз. Массажира не было, да? Да я поэт. Потрясающе. В начальном шмоте мультироги дают больше, чем комботы. Комботы дают, когда у них 100% РП и 4 куска Т4. Правда, вар мне уже давал, бля, сколько, 9 или 10 кдпс в таком шмоте, или в 42-м. Прям нихуя не поменялось, бля, только на один косарь вырос. Так, все тут? Шаманы, вы в курсе, да? Что когда босс три раза вдохнул, что по рейду нет дамага, и есть дамаг только по танку. И очень большой. В курсе, да, оба? Ну, Шейпер в курсе, а Глеф, понимаешь? Да, по тайну я это первый раз услышал. Так как я 240-й, ну, как бы актуально, конечно, шмот, но вы имейте в виду, что там 2000 сложат. Поэтому 3 стака на боссе видите очень сильно. Так когда нету на полу этого тумана вообще. Чё, не хочешь в ДД аспект, или у тебя нет ДД? Чего вот? Ну, записываешь, а потом видос будет юный БДК. Блести 40. Саджира Транквилити. А как? Да не, забей на КНР. Транквилити. Пуляй.
себе вообще. Как? Хилы видят, я думаю. Зай, я на тебя щит держу, пока дам, блин. На 8 будешь забирать. Каплю попрошу еще. Раньше, значит, лучше я скажу про зубы. Я капли думал. Я забираю 9 кину. Нет, нет, нет. Ушот нет. Забирай сейчас, забирай. Нет, седьмой жду и заберу. Да не надо ждать, мне надо помечиться. Вот, без там промазал, серьезно. Мастер, хити без отдай. Отдай без. Хити по черному его, блять. Ну все, ебал. Смак. У меня девку прожал, у меня в девке от сакра, блять. Не сакра, это, блядь. Сальва, блять. Еще база есть. Сейчас есть база, что ли? Я база не давал. Mm-hmm. Я же сальву дал. Символ на сальву, что ли? Да. Ну вот как у меня скинется 40 секунд. Так, ну да, база. Да зачем ты на одно дыхание базар, да? Сейчас он тебя пьяет, начнет, что будет здоров. В принципе, не используем. Олег. Полха появляешь, по дереву стоит. Ильти волной его все. Не убьет. Не должен. Легко вообще убьет. Я еще и абсорблю нахуй. Ну, с блоком нормально. О, кольцо на хилозе. О, штанишки, гля, какие упали. Любимчиком, как и гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Лев, там если ДПС хватает после первого едки гнили, можно не избегаться. Поэтому я и стоял. Не то, что можно, а не надо, значит. Ну, типа да. Это вообще-то я подходил, а не он. А ты что, умер, что ли, с Джиром? Сначала он подошел, а потом ты, Шейпер. По очереди. Надо было сказать, нахуй. Ёбаный в рот. Просто стоял. Я что, голоса нету, блядь. Контрол далеко. Че стоите? А кто тебя замутил на? Да не замутил, это диск пару дисконнектит сам по себе. Пускай за. А, сейчас. Не, на нем мут висел. Я только что снял, и у него сейчас микрофон вырубил. Не видно, он фанил. Включи микрофон. Иван. Я говорю, в муте уже, блядь, часа три. Еще с начала РТ. Сказать не вариант, блядь, вообще было. Удалось сказать, если я в муте. Я писал в чат, никто не отвечает. Так я говорю, ты мог не спам написать. Бля, я хуй знает, вам скрину, чтобы кидать. Надо было в Байду личку заспамить или в мастеру. Я говорю, ты фанил, наверное. У тебя был включен микрофон, это какой-то разговор был слышен. В начале сам, да. Я потом отключил микро, потом смотрю, у меня будет.
А на ком ты сдыхал, что ты каски не... На трэше. А, на трэше, блядь. На вонючке. Все тут были, так что мы не должны топить, должны проходить. Тут никто не должен топить, а за все будет сейзи. Нос оторвали от роги. Арбалеты учатся, я не помню, либо в Мулгоре, либо в этом. Кому-то надо. Что? В Агримаре у тролля арбалеты. А, да, в Агримаре, например. Говорю, этот орган надо кому-то? Ну, возможно, мне нужно, чтобы заменить эту хуйню бесполезно. Так вот, сообщаю, что он не упадет. Че, может, давайте чекать? Шаман Анориген. У нас опять ни одного бафа на кастера нету, да? Бля. Нет. Чё, МК есть? Это такой баф на манку. Они даже, блядь, не могут подождать, пока манку попьем. А чё ты нажал готов-то, ёпки? Это кто, ждать будешь? Смысл? Если бы ты же нажал не готов, я бы ждал. Я не вой. Смотрю за манкой. Да и без ордру хуёво купли себе. Прокил, прокил, прокил. Убили быстрее. Босс, ну. Переводите 3 секунды. Я снаплю, но потом. Успели раздавать? Я не знаю. Живая бомба так. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Красного влились. Пельмени. Где эти бомбы на луже? Пельмень. Здесь стоп. Колб нет? Колбы есть, сейчас будут. Пельмени. Куда вот откинула, блядь, Меликина? Почему не в РДД зону, блядь? Сейчас пельмень будет. Пельмени сейчас. Просто красно. Полетели. Колбы. Пельмень. Сейчас зеленый будет. Зеленого.
Пельмень. Сейчас будет красный. Бомба. Красного. Босса стоп. Пельмень. Пельмень. Да и бить можно, переведете. А вот есть, блин, возле босса. Все, босса переводим. Главное, чтобы уже не кинул. Блять. Не успели нахуй. Не успел я. Блю сейчас. Не успел нахуй. Ты не успел плюнуть? Нет. Пиздец. У босса успел, у меня его нет. Че, давайте сразу веру заливаем. Червя заливайте. Спухи шаман. Это я это сделал другой. Глыба, хорошо. Уже два стака, да? Хорош, сюжера. А ну будет воровать, типа. 6 стаков будет, забыл. А что с той же его держит? Нет, не будет, это уже 150. Не забирай. Будет за 50 я уешь тоже. Да ты смотри на хп рейд. Сейчас 6 стаков проведу. Пельмень. Осколы будут. Забираем. Только на 6 начинаем немножко. Шаман, не уходи. Ну, блядь, ты чё, нахуй. Ну, что ты делаешь-то? Гайр, дай. Пельмень. Шансунг на хп быстрее. И по отхиль мастера помоги, они дрочатся стрелять. И на ману ебашь дальше. Хотя не нормально. Ну, читай. Подхиливай, теряй. А я сорвался, что ли? Что? Все сорвал его, что ли? Я не знаю, возможно. Ты ударил меня. Но я забрал таунтом сразу. Ну да, да, я видел, поэтому... Думал, ты боб дал, типа, и это снял лос. Здесь не работает это. Дай вторая, уже падает этот меч, блядь, пластический. С Жиро только диван работает, чтобы танки снять, даже бабл не работает. Торбо куда? Сейчас приду. Че, все души уже у тебя тут? Да, не знаю откуда. С босса с последнего 261 душу дали. Серьезно? Да, не знаю почему. Это рандом, либо просто за кастик дают. Это че у тебя? Джайн и посох вот это? Да. Помню, как Джоком первый килл обломали. Туда были или нет? Что там обломали там, блядь? Ну, типа... Джоки хотели, у них там какая-то третья или четвертая фаза джайной. Типа там можно было просто тупо бегать. И они ждали КДБР. А у него энрейдж, ну, энраги не было. Короче, они типа так делали. Почти добивает босса. Админ типа этот, делает рестарт сервера спецом. Чтобы они не убили. И вводит энрейдж типа джайны на там на третьей фазе, по-моему, 20 минут. Слушай, а что на джайне сложно вообще? Там другая тактика вообще, блядь. Все, блядь. Там пиздец, все сложно. Там еще есть элементы рандома иногда, но... Это что, на... Это куда на луч пустит, нахуй.
Нет, на шлем такой же квест делается. Что-то я не понял, силы нечестивые. Что-то... Око Керентора магии льда, крови нечестивости, использованный источник этих сил. А что там пишут, на? Ну? Мы их просто надо убить, на? Ну? Читаем, что пишут. Что, в десятке трэш не такой ёбан? Просто тут еще пока ёбнул, того нет. Ну я не думаю, что тебе надо шлем дизайнить, знаете. Слышишь, я походу посмотрю. Там, скорее всего, его надо душу тебе надо поглотить его, походу. Так же, как и остальных боссов. Как ты души собрал, походу, тебя этим же итемом надо это поглотить, ну. Души этих боссов. Ну, схема или откуда, я хуй его знаю. Так на форуме, я думаю, там же есть описание этого. А никто не пишет, нахуй, им всем похуй. Турбойс будет первый, кто напишет, да? Нет, я не буду писать. Я вон своим пацанам скину. Всего лишь за 6999.99, да. Так уж быть, напишу. Так. По треугольнику нам Шансунг, дай контроль. По треугольнику Мосса, дай корни по кругу. Михаилу кругу. А точно это. Не трогайте шаг. Собака с шаклы вышла. На кефир, блять. Засапал, да? Невер, вставай. Или у тебя вставалки нет? Черебим. Эфир по этой хуйне. Я в сапе. Сука, зарезали. Давай, беги. А что на квесте пишут? То, что ты линканул турбойс? Да, надо поглотить. Ну, я так понимаю, с трех последних боссов. Их душ. А ну попробуешь десятки, может, легко. А там же у тебя получается крови, нечисти и еще чего-то, да? Это типа финальных боссов, может? Финальных боссов, перед ледяным троном. Ну, квартал нечисти — это проф. Квартал крови — это вот сейчас это Лана. Ну да, да. Я думаю, но с профа там написано, что его душа уже опустошена. Ну я же высасывал из него последний, чтобы завершить квест. А, вот почему кот видала нахуй столько душ. Так. Пускай лейтенанта в шаг и командировал в корне.
Иди шаг к треугольнику. Ну так, типа, смысл. Да, у фирмы. Гандон хотел обновить контроль, но отдал. Шакли, нахуй, тактика. Так толка тактика. Твой лейтенант. Он же прыгать будет все равно вообще позже. Да. Он просто энхов не любит, понял? Он в киле. Он в курсе, он прочекался. Варов тоже не любит, бля. Потом он пробивает. Я бы такого с собой на арену взял, блядь. Вот 2-2. Оглушили, ребят, держите. Проактируется, да, каждую секунду, да. По 30 кад, блядь. Ну, блядь. Еще и законтролить нельзя. Так, без справки 2 шамана. Давай кайте это пидор этого. Он вообще не пробивает. Отхиливает больше. Это везет. Чисто критовать. Лейтенант не пробивает. Они сами бесполезны. Блять, еще боешка. Дайте мне, блять, одну. Так какой мне бы дал одну, да? Да иди отсюда. Мастер, ты же потом соберешь с анролом. Зачем тебе сейчас? Согласен. Блять. Скипай. Когда потом, да? Когда, блядь. Следующий четверг. Не, на туре надо. О! Говорил по одной на руке, блядь. Бой, закинь ему косарик ГП, блядь.